Юху, всем привет! С вами Юнот и Майнкрафт Стори Мод 2. Да. Что-то поздновато запустил, ну да ладно. Сейчас посмотрю, что из этого выйдет у нас. О, сохранение, все, можно заканчивать, шучу. Ну? Второе сохранение, он два раза успел сохраниться. В этой игре много зависит от ваших решений. Сюжет развивается в зависимости от действий. Игрока, кстати, да, я экспортировал сохранение с первой части. Мне всегда нравилась история героев, которые не знают, что им суждено обрести величие. О героях, которые живут обычной жизнью и думают, что с ними никогда не случится ничего интересного. Герои этой истории именно такие. Они начинали как стайка друзей, забирающихся в домике на дереве. Прикольно. Программа не находит, что это Майнкрафт, и пишет ее в другую папку. Забавно, как будто я в неполный экран играю. Секунду. На весь экран включить. Ну ладно. Но когда случилось ужасное, злобное чудовище стало грозить уничтожением мира, эти друзья поняли, что порой героям становится даже при самых странных обстоятельствах, чтобы сразиться с монстром, они отправились в долгий путь, преодолевая перепоны и постоянно что-то жертвуя. Путь был труден, но они помогали друг другу, сообща им удалось победить чудовище и всех спасти. Вскоре они стали самыми известными людьми в мире. По мере исследования других миров, путешествия в неведомые дали и слова и легенда только росли. Вот так эта пятерка друзей, а также самая храбрая в мире свинка, вошли в историю как один из величайших героев всех времен. Да. Аксель. О, что? Кто? А, о чем шла речь? Я оказался молодцом. Лукас, нам очень понравилось, правда? Кое-где есть неточность. Ну да, я позволил себе кое-что приукрасить, но это только ради вашего эффекта. Так как мне кажется, еще круче, а это плюс. Так, что произошло? О, боже мой, сколько времени прошло. Ладно, будет чуть покороче серия, ну ладно. Так, то есть... Так мне кажется, круче, а это плюс. Так время ограничено. Не-не-не, зачем? Мы уже там эти в прошлой части помним, первый орден ко мне врал, и Айвару не понравилось. Да, но люди могут подумать, будто все это выдумка. Ох, не знаю, Лукас, если приключения меня чему и научили, так это пользе от правды. История хороша и без прикрас. Но, пожалуй, некоторые привлечения я могу и убрать. Ага, например, история про волшебную курицу. В это никто не поверит. Это и правда было, вообще-то. Да. Я надеюсь, что книга выйдет ко дню основания, и она выйдет через год. Не верю, что уже день основания. Он вечно заставляет меня расплох. Поздравляю, друг. Здорово, что ты дописал свою историю. Дописал свою книгу, в нее вложил кучу времени. Рад, что тебе понравилось, Джесси. Все твои подвиги — это героизм. Но они и наши, верно? Ага, мы все там были. Почти всегда. Мы сделали это вместе, что... Вы что, завидуете? Надо. Мы же друзья. Ладно, ребят, мы все делали вместе. В конце концов, мы ведь Орден Камня. Ну хорошо, подмечено. Надо будет вспомнить при редактировании. А где у всех броня, чем мы зря что ли делали? Ну что ж, вы все мне очень помогли. Когда из странствий вернется Айвар и Харпер, я допишу еще одну главу про их приключения, и тогда книга будет полностью завершена. Да, давненько их не было. Джесси, твой ученик. У меня ученик есть? Джесси? О, привет, радар. Ого. Не ожидал, что вас всех тут застану. Мадам Оливия, сэр Аксель, сэр Лукас, простите, что прерываю. О, он просто прелесть. Радар, это круто. Прошу принять мои искренние извинения за доставленное неудобство. Ладно.
Не надо извиняться, мы просто отдыхаем. Right. Ну да, извините, ой, просто, то есть... О, он такой мил. Ну, что такое? Я получил известие от Петры. Петры, она на пути к шахтам. Если постараетесь, вы успеете и туда, и подготовиться ко дню основания. Отлично, нам пора идти. Да, кстати. Нам ведь и правда надо кое-что подготовить ко дню основания. Да, мне пора возвращаться в Бумбург. Утром я сужу динамитное ралли. А мне надо оценить несколько проектов с красным камнем. Ну ладно. Да ничего, я помню, что у вас тоже своя жизнь. У меня тоже. Спасибо, Джесси. А, спасибо. Ну, имей в виду, что Петра вам это припомнит. Скажи Петре, что в следующий раз не пропущу. Ага, там видели тыквоголовое лицо, а там не было шрама. Жду не дождусь увидеть, что она вытворяет с мечом. Ага, я ей передам. Просто не веришь, что я выхожу из зала Ордена. С самим Орденом. О, это ужасно мило. Фрикин кьют. А где череп Айвара? От гады. Фига себе, у нас и золото там знак. Так, в других городах тоже празднуют День Основания? Конечно, мы все участвуем в уничтожении сушащей бури. Краснокапи даже устраивают танцы в честь Элигард. Ага, в Бумборге что-нибудь взрывает и пускает фейерверки. В этом году Магнус доверил мне подготовку главного залпа. Ну, обещаю, что постараюсь заглянуть. Ребята, было здорово снова вас повидать. Точно? Да, будет чудесно. Я с вами еще повидаюсь. На следующей неделе. Спасибо вам еще раз. Как закончу редактировать, обязательно вам сообщу. О, здорово, скорее бы. Аксель. И все же я счастливее всех на свете. Ага. О да, я ведь работаю с вами и общаюсь с членами Ордена. А еще живу в самом крутом в мире городе. В Маяках. Он... Почему Маяки? Кит летающий. А это попугай, да, так я понял? В целом похож. Биография? Ничего себе. Программировал один чувак. Интересно. Я понял, что иногда вы предпочли бы где-нибудь побывать вместе с друзьями. Я рад, что у нашего города такой лидер. Блин, не успел прочитать, что он говорит. Это благодаря вам здесь так здорово. Да, но путешествия и приключения, они тоже дорогого стоят. В смысле, наверное, сам я никогда не мечтал о приключениях. Это слишком опасно. Я знаю, что Петра ждет вас в шахтах, но думаю, люди были бы рады, если бы вы поучаствовали в приготовлении к празднику. Встретитесь с Петрой в главных ворот Майков. Я учту. Взглянуть. Голова Тики? Даже не знаю, что это. Я не хочу знать. Осьминог. Критер. Джесси, о, привет. Нейл, ты же вроде хотел прошвырнуться. Так, уже? Ух, было славно, но сейчас я пытаюсь усидеться на одном месте. Да, конечно, всей душой обожаю опасности и подвиги, но... Иногда все же хочу найти место для всего... для своего хлама, понимаешь? Но место ты выбрал, что надо, я горжусь этим городом. Да, чувак, он просто улет. Тут каждый может быть собой. Супер личностью. Вон тот дом вообще. Похож на кальмара. Чудо. Между нами я волнуюсь, что могу здесь не вписаться. Тут такие клевые дома и классные люди. Мне правда хочется, но произвести хорошее впечатление на них. И тут я подумала, вдруг... Это она?
Я все время думал, это пацан. Ну ладно. Я тут подумал, вдруг But дело Nard поможет. had a stat... Статуя любимого мэра Джесси перед моим домом. Вряд ли у меня есть это на это время, но я подумаю, что смогу сделать. Хе-хе-хе, это будет просто класс. Набери вон там глин и принимайся за дело. Разноцветная глина. Чистый лист. Щелкните по предмету, чтобы его выбрать. Что, прям с нуля строить? Да вы с дуба рухнули. Я не знаю, что это будет, абстракция. Что из этого построишь-то? На, выше не могу, да? Ну ладно. Я назову это чудо. Из чудес. Центр бы маяк поставить какой-нибудь. Сам Джесси строил, вы чё? Не оцените, что ли? Так, и что я могу еще замутить? А, абстракция. That is some sweet неплохая work. Работа, супер. Nice. Oh, Jesse, о, дружище Джесси, спасибо. It was my pleasure. Да, пожалуйста. Well, it is an honor of me and... Блин, а может быть по губам и всяким этим штучкам понять. Ну, это просто какой-нибудь хиппи. Это честь для меня, Амиго. Так что заходи, ладно. Она... Он интересный чувак. Ты не находишь? Такой свободный. Или ладно, подумаешь, ошибся. Будем звать ее девушка. Это точно. Немного напоминает мне Петра. Былые деньги. Кстати, о ней. Говоришь, она ждет меня в... шахте. Пойдем. А, интересно, я вот просто разрешил строить всем, что могу. Ого! Минк, а ну назад! Не лезь к Джесси! О, Джесси, здравствуй! Я все гадаю, когда же мы встретимся? Знаешь, мы решили пожить в твоем городе. Это очень мило. Да, но сколько мы... Сколько же здесь народу? А вы что здесь делаете, ребята? Утоляем всякую к приключениям. Об этом месте рассказывают разонятные истории. Радар, это Стейси Пейлс и Крэмпи Кэт же был, Стэмпи Кэт как-то. О, Винк. Джесси, вот, дай ему косточку. И он тут же успокоится. Дай косточку. Винк, будет вкусно. Вот кость, ешь. Видишь, мы подружились. Ага, точно. Тебе вернуть то, что осталось? Не, забери себе, у меня их полно. Никогда не знаешь, когда тебе понадобится... приручить волка или животное. Спасибо. Хотя наверняка куча дел, так что не будь задержек. Но вы когда-нибудь загляните сюда, мы покажем вам наш проект. Он занимательный. Да, Стэмпи прав. В общем, мы живем у ворот. Понятно, тогда до встречи. Вы гражданин. Что мне с ним говорить? Мемориал Рубину? Ничего себе. По-моему, у меня проблемы со свиньей. Получить сахарный тростник.
На! Sugar, nice. Сахар, ура! Тоже можешь пригодиться. Не знаю зачем, но кто знает. Нажимная панель, она что делает? А это для чего? Ай! Неожиданно. Кто же мог и такое построить-то, а? Hello, Jesse. Привет, Джесси. Ну-ка, что мне хотели показать? Стэмп, я тебе говорю, это должно быть тык... Это должен быть тыквенный пирог. Ну, торт лучше, я знаю, ведь я каждое утро завтракаю тортом. Что-то не так, ребята? Hello, Jesse. Привет, Джесси. Мы слышали, что город готовится ко дню вставания и решили что-нибудь сделать сладким. Ну да, я пытаюсь убедить Стэмпи принять правильное решение и сделать тыквенный, пирог. Они все делают, чтобы притянуть тебя на свою сторону. Нет. Что ж, лично я голосую за торт. Люблю сладкое. Ага, да, я же говорил. Зачем так злорадствовать? Слушай, давай ты заберешь продукты и решишь все за нас. Да, а то я боюсь, мы ведь весь день проспорить можем. Думаю, в городе можно раздобыть яиц и все остальное. Можно, может, получится сделать и торт, и пирог. Времени у меня немного, но представляю, как они удивятся. То есть я могу пойти к Петре или заняться горожанами. А яйцо, надеюсь, она поможет мне уладить размолвку Стэмпи и Стейси. Прошу прощения, леди, спасибо. Только вот, я не помню, насколько важно это было. Как там готовить? Тыква, пирог, сахар. У меня... Да, понял. У меня же только один, да, я смогу сделать? Так. Так. Что там дальше было? Молоко, снизу сено, понял. Да, блин. Ну, походу, если я это сделаю, я не успею к Петре. Так вот очень говорят, выбор между старыми друзьями и новыми. Тыква, сахар, яйцо. Блин. Тыква, сахар, яйцо. Все довольны. He said cake, she said pie. Он за торт, она за пирог. А я скажу и то, и другое. Ого, этого мы не ожидали. Да, это здорово. Как тебе удалось? Ну, пришлось кое-что поискать в городе. Ничего такого. Джесси, чудесно. Огромное тебе спасибо. Да, спасибо. Просто идеально. Ладно. А где там Петра? Слушайте, мне пора бежать. Петра ждет, потом договоримся, хорошо? Пока. Все, больше не отвлекаемся. В топку граждан. Я вас не знаю. Джесси! Сюда, я здесь. Я тебя не знаю, иди сюда. Меня Петра ждет. Эй, Джесси! Привет! И вот мы добрались до шахты. Мило, спасибо, что проводил меня. Конечно, вот бы мы успели помочь еще парочке людей. То есть день основания все отмечают вашу победу над иссушающей бурей и все такое. Алмазная? Тю! Я за всем присмотрю, пока вы будете заняты своими приключениями. Рискуя жизнью, я всецело в тебя верю, приятель. Спасибо, Джесси. Я вас не подведу. Так подведи меня, пойдешь в шахту. Пока, повеселитесь. Как всегда.
То есть можно было шариться и всем помогать. И тогда бы Петра вылез и сказал, ну спасибо. Петра? Петра? Huh. Она точно говорила, она будет здесь. Как-то они не очень радостно копают-то здесь. Petra! Петра, да где же ты? А, тупой зомби. Железный меч, да вы издеваетесь. Ах, мне этого не хватало. Ну и запашок. На. Фига себе. На-на. Новая система боя. Вы гляньте. Пунктуальность и отличная форма. Мощно. И тебе привет, Петра. Привет, рада, что ты помнишь, как обращаться с мечом. Я боялась, что забудешь. Я твою жизнь представить не могу. Руководить людьми, бумажная работа. Бэ. А, она говорит, что я могу растолстеть. Да уж, мне и правда давно приходилось драться. Ну, это замечательно. Заметно. На тебе ведь даже приключенческих доспехов-то нет. Не хочу я портить хорошие вещи. Это даже не алмазный, это железный. То, так же говоря... И кто же это говорит у самой меч железный? Где твой модный золотой меч с кучей зачарований? Даже не припомню тебя без него. Я, ну... Еще зомби. А, отмазка. Выше нос этих безмозглых... Эти безмозглые помогут тебе стряхнуть паутину. Давай. Я готов. Ага. И поворотливый зомби, как всегда. На, на, на. А? В смысле уклоняться, а? Да, реакция пока на месте. Что ж, отличная работа. Кстати, я очень ценю твой своевременный приход. Для меня это важно. Я порой мне кажется, что у тебя больше нет времени на друзей. Я знаю, что ты любишь свою работу. Не то, чтобы я пыталась как-то тебя пристыдить. Петра, похоже, ты слегка не в настроении. Все в порядке? Ничего, пустяки. Я просто хочу сказать, что рада тебе видеть. Но, не могу не заметить, что здесь не хватает еще раз, два, три. Акселю нужно было вернуться в Бумбург, Оливия что-то типа оценивает в Краснокамье, а Лукас пишет книгу. Ясно дело, что-то наши друзья совсем стихли. Клянусь, узнай старые поклонники о наших текущих жизнях. Просто хочу сказать, что мне плевать, хорошо ли у Лукаса выйдет книжка или нет. Она не сравнится с убийством и сушащей бури. Эй, не бери в голову, мы и без них сланенько веселимся, верно? Ага, верно подмечено, по крайней мере. Самые клевые ребята вместе. Думаю, мы еще успеем об этом подумать. Надо спешить. Что мы вообще тут ищем? Я скажу тебе, как только найдем, поверь. Это кое-что важное. Что было? Что это было? Давай, на перегонки. Постой, что? Пора охотиться на монстров. А, прикольно. Да. Hey, it's Jesse. What's up? Как дела, Рад тебя видеть. О, супер. Умираю с голоду. Эй, это была моя еда. Все, прыгнуться, сейчас рванет. Пауки. Ха. Устал. Так, куда тебя понесло? Куда понесло? Кого? А, посмотри вниз. Это что, лама была? Так ты правда не собираешься говорить, за кем мы гонимся? Нет, тайна делает погоню веселее. Пошли.
Эх, Петра. Опа. Чёртовы зомби. Впереди, из стен лезут пауки. Я вижу, я же уворачиваюсь. А чё я не могу повернуть его, ни лево, ни право? Я по лайф пробежал? Косяк, блин. Глупые пауки. Кстати, если кому интересно, где Call of Duty, то я написал видос. Сюда, она пошла в ту пещеру. Ясно, у меня вывалился синий экран смерти, и сохранение вообще не сохранилось, ни одно, все потерло. И Петра выходит на финишную прямую. И меня это расстроило, и пришлось выйти. В общем, если кто-то захочет, я его пройду заново. Фу, ёлки-палки, опять эти твари. Помочь Петре, конечно. Петра, мой черед тебя спасать. Еще двое, трое. Стой. Опа. Давай. На тебе. Пробиваясь через этих тупых пауков, придется целую вечность. Может, получится как-то их отвлечь? Например, подсунуть лаву? Или мечом же? Сработало. А, пока. Нечестно. Так тебе. Петра. Ты лучше всех. Ладно, пусть победа досталась тебе, но все это равно, это было здорово вспомнить было. Вернее, не скажешь. Точно, надеюсь, эта тайна будет стоить беготни. Надеюсь, тоже. Загадочный монстр, я уже иду. Прям так рычит. Но это явно не оборотень. Что ты такое? Покажись. Ну где же ты? Лама. Я же говорю, лапа. Лама? Класс, мы ее нашли. Ох, твой хозяин будет счастлив тебя увидеть. Погоди, позволь мне кое-что прояснить. Весь сыр-бор был из-за выслеживания ламы? Обиделась? Это не какая-то дурацкая лама. Это очень важно, ясно? Эта лама вроде как чует сокровище, но что-то в этом духе. Она важна, понятно? Важная, понятно? Бедная Петра. Прошу, поверь мне. Надо просто отвезти их к хозяину. Давай не будем перепираться. Ладно, прости. Раз ты говоришь, что она важна, я тебе верю. Да? Да, мы же только прошли-то вместе, ты чё? Ну что, пойдем с нами, милая? Почемокать. Идем, лама. Он должен выглядеть. Идем. Я сплюнет, да? Ну или нет. Вот это бывает с теми, кто носит дурацкие доспехи. Ладно. Будем надеяться сделать... Давай, сделаем свое дело. Давай поймаем его. Только не упусти.
На, хватай. Сломай шею ей. Еще и плюнул. Фу, гадость. Идем, надо догнать эту бронелобщицу. Стой, там внизу тьма кромешная, нам нужно сделать факел. В смысле, а ты сделать не можешь? Это нам не усложняет жизнь. Лама-лама-лама-лам. Куда ты делась? После вас, Джесси. Сколько можно? Я не мэр, Джесси. Местный лидер и герой. Знаю-знаю, просто ты так часто перебираешь бумаги и вроде того управляешь городом. Чему все это усложнять, верно? Ага. Как ты успел залезть? Кто знает, но ей пора спускаться. На, на. Не ожидала лама, да? А там дверь, да? Что за... Обалдеть. Уйди с дороги. Смотреть мешаешь. Что это? Есть лишь один способ узнать. Прыгай. Джесси. Что за зловещий шепот? Я ничего не слышу. Убийца. Иссушающей бури. Не к добру это, ну ладно. Тихо, девочка. Что это? Какая-то перчатка, вроде бы латная. Похоже, она из призмарина. Призмарин? Но он встречается только на дне океана. Ну-ка, давай оденем. Ого! Ау! Как? Откуда? Что это? Что это такое? Джесси! Не знаю, не знаю, вроде ничего плохого она не делает. Это уже хорошо. Смотри, она вообще очень даже хорошо смотрится. Хотя я понятия не имею, что сейчас происходит. Петра, я говорю тебе, я с ума схожу. Все будет хорошо, все будет хорошо, мы обо всем разберемся. Джесси. Так, давай-ка я помогу тебе ее снять. Джесси. Давай. Так, стой, не надо. Надо же, так застряло. Я никак не могу избавиться от ощущения, что тебе было суждено найти эту перчатку. Типа, что если твое имя предназначение? Ладно. Ага, может, она дожидалась меня здесь внизу. Так, вот это уже стрёмно. О, бегом! Что это, портал какой-то? Давай, пора... Вытаскивать тебя. Что это за портал такой? Или что это вообще? Так, а это еще что такое? Что-то вроде огромной пасти в землю? Какая-то адская пасть. Да-да-да, адская пасть. Я, кажется, даже не вижу дна. Ох, ну и мурашки мне. Что за звук доносит снизу? Пью! А дна бездонная. Ну, не можем же мы оставить такую дыру открытой. Надо ее заткнуть. Ага, согласна. Блин, где же сохранение?
Что это? Не знаю, но у меня дурное предчувствие. Это единственный способ все исправить. Если подумать, давай обсудим это где-нибудь в другом месте. Тем же путем не выбраться. Значит, пойдем другим. Вон там, давай. Хватай ламу. Все. И что мы нашли и с чем мы столкнемся, узнаем в следующей серии. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.